первенство Владимирской области, вторая группа, Торпедо Шор Владимир, Динамо Петушки, 1-1, боевая ничья. С нами Артем Евсенков, капитан команды Динамо. Артем, как тебе игра? Первый традиционный вопрос. Ну, два разных тайма вот получилось. Если первый тайм, скажем так, преимущество, наверное, больше на стороне было молодых ребят из Шор, вот, хотя, в принципе, моменты тоже создавали мы. Вот, то второй в целом переиграли, вот, ну, чуть-чуть не дожали, вот, не хватило, наверное, реализации там, мастерства. Сегодняшняя ничья – это приобретение одного очка или потеря двух? Ну, все-таки, исходя из турнира, наверное, таблицы, то, наверное, потери. Сейчас происходит реконструкция на малоспортивной арене «Торпедо», происходит замена искусственного покрытия. Не так давно реконструкция коснулась вашего стадиона «Динамо». Да? А какой там был фронт работы? Что там поменяли, делали? Ну, там коснулась, в принципе, работа самого здания. Вот. Ну и вот окружающей территории забор поставили, то есть именно как-то футбольного поля или там трибун футбольных, к сожалению, пока не коснулось. Вот. Но обещали. Чисто косметически, да? Да. В прошлом сезоне вы боролись за выживание, насколько я помню. В этом сезоне вы боретесь за медали. Как вообще складывается сезон вот для вашей команды? Ну, сезон как-то, если честно, странно складывается. Вот. На выезде получается набирать больше очков, вот, чем дома. Вроде как бы ставка была на домашние игры, но почему-то больше выездных очков привозим, чем набираем дома. Но опять же, мы какой-то прогноз там не делали. Вот, от игры к игре мы идем, вот, настраиваемся на ближайшую игру. Вот, тем более, мне кажется, в этом сезоне еще не было, чтобы мы две игры подряд одним составом сыграли. То есть как-то тут стабильность очень много решает. А в связи с чем такое вот глобальное изменение, да, команда то за выживание борется, то за призы? Ну, у нас усиление, вот, то есть два человека из темпа Костеревского пришли к нам, вот, плюс один парень пришел из армии, один восстановился, вот, ну и, к сожалению, только вратаря у нас забрали в армию, сейчас выступает в гвардейце, вот, поэтому пришлось полевого игрока, вот, использовать, просили, умоляли его, вот, чтобы нас выручил в этом году. Кто твой фаворит второй группы, на твой взгляд? Ну, из тех команд, которые я видел, вот, на меня наиболее впечатление, наверное, Кольчугино произвело. Мы на выезде, правда, попали там на день города, проиграли там, в первые 5 минут уже игру проиграли, то есть там 2 или 3 получили, и так формальность уже игра превратилась. Динамо отстает на 6 очков, я посмотрел по турнирной таблице, от Александрова, Балакирова, Кольчугина. Есть ли такая задача побороться за бронзу в этом году? Ну, конечно, как бы аппетит приходит, вот, во время еды, то есть видим, что близко находимся. Плюс календарь, скажем так, ну, не совсем плохой для нас, оставшиеся игры. То есть, ну, хотелось бы, конечно, все для этого сделаем, а там уже как получится. Обратил внимание, что вот позицию вратаря в этом году закрывает Дмитрий Грачев. Да, мне он знаком как полевой игрок больше. Скажи, вот это именно трудность вратарской позиции или он так себя хорошо чувствует в воротах? Не, ну он все, в принципе, детский футбол весь был вратарем у нас. Там его потом уже перевели там, в 16-17 лет где-то начали пробовать в поле. Вот. Поэтому навыки, скажем так, единственный человек, у которого есть навыки. Вот, поэтому тут какого-то выбора не было. Вот, со стороны кого-то брать не хотелось, и вот попросили его, дал согласие. Я присутствовал на игре первого круга как раз со Шором. В том матче ярко и не особо дружелюбно проявили себя динамовские фанаты. Скажи, вот родился такой вопрос, это такая вот нелюбовь у них к Владимирскому Торпедо конкретно, или это вот дань такому противостоянию Торпедо-Динамо, вот как классическому какому-то противостоянию московскому? Да нет, это началось все во времена еще, когда Динамо играло на Золотое кольцо, на Россию. Вот, и один, по-моему, год Торпедо выступала не во второй лиге, а вот тоже на Золотое кольцо. И как-то у них пошло там сразу какие-то конфликты. И вот с тех времен еще тянется такая какая-то. То есть это вот именно лично? Да, да. И Владимирские приезжали к нам тоже.
фанаты. «Динамо» – самая многочисленная команда области. Основная команда играет во второй группе, две молодежные команды играют в третьей группе. Скажи, есть ли какая-то либо преемственность между этими командами? Вот я сегодня видел, не знаю, как зовут, молодой парень, 17 номер, такой светленький вышел, да, я его за «Динамо М» видел. Вот, есть ли еще какие-то такие вот примеры переходов, там, например, что вот реально молодежь растет, да, и попадает в основную команду? Ну, хотелось бы, конечно, это в идеале, то есть ребята молодые набивали шишек там в третьей группе, и кто наиболее, скажем, хорошо себя проявит, вот, потихоньку, как бы ставку на своих хотим сделать, вот, и ребята, чтобы из года в год молодежь подключать. Так, ну и завершим пожеланиями для болельщиков, капитана команды. Пару слов. Ну, хочется прежде всего сказать спасибо. Вот, то, что, скажем так, проявляет такую инициативу на своем энтузиазме. Сами какие-то придумывают там баннеры, кричалки, то есть свои деньги, время тратят. Вот, это очень приятно, конечно. И команда это видит, команда это ценит. Вот, мы будем биться. Вот, и за них прежде всего. Вот, спасибо им огромное. Одни из самых ярких в этом сезоне, наверное, да? Да. Ну, да. Отлично, Артем. К сожалению, не как наша команда. Спасибо. С ничьей, но да. Такой заслуженный. Все, спасибо.